Всем привет, ребят, с вами Тим Кимит, и мы в симуляторе пчеловода, либо Биш, вам симулятор, называй как хочешь, всем привет, привет, ребят, всем. И что мы сегодня будем делать? Во-первых, мы сегодня потратим весь опять мед, я так и не куплю, похоже, распылитель, но что ж поделать, да? Также мы, ребят, конечно же, сегодня с вами потратим 8 старт джели, и также еще потратим gifted gold яйцо. Старт яйцо мы тратить не будем, будем ожидать все-таки обновы, я надеюсь, она будет в скором времени, хотя, зная на это, может и не быть. Окей, что мы делаем? Мы, конечно же, подходим с тобой вот сюда. Покупаем на, давай, 21 пока что тысячу. Да, на 21. Давай попробуем мы. Получается, 21 нам тысячу нужно ролик джеля. Потратим с тобой, получается, 21. И попробуем выбить 3 гифтитовых. Не знаю, получится или нет. Давай вот так вот мы, да. И 6 у нас пока остается. Пока что мы это оставляем. 6, 6, 6. Ну, 6 это почти уже даже 4. Хотя нет, пойдем-ка мы с тобой все-таки купим еще. Кто-то вызвал ночи. Где-то, значит, должен быть Вициус. Кто-то использовал колокол. Раз, два. Так, нам нужно, чтобы у нас было... Все, 28. Отлично. 28к ролик. Плюс 8 старый джели. Плюс еще gifted gold яйцо мы сегодня с тобой заюзаем, используем. Посмотрим, что с этого у нас выпадет. Все, окей, мы с тобой подходим к соте. Видосик, возможно, будет короткий. Так, куда мне можно паролить? Мне можно паролить в карпентеров. В принципе, они мне нужны, 6 штук. Их как раз у меня 6 есть. Больше бы пока у меня нет никаких лишних. А, так как не хватает просто места. Включаю я, ребята, получается, легендари. Окей, такой мини-гайд, как я выфармливаю мификов. И начинаем просто, ребят, ролить и смотреть, что нам выпадет. Что, сколько, за сколько нам выпадет вообще. Начинаем с тобой просто ролить. Главное не проролить. Я, конечно же, фрагментами, наверное, повырезаю. Чтоб тебе не смотреть вот эту как бы портяночку. Ну, немножко я тебе сейчас оставлю и покажу, чтобы ты понимал, что как может выпасть. И сколько нужно примерно ролик, чтобы тебе выбить там, не знаю, допустим, легендарку. Если тебе, у тебя мало легендарок. В среднем где-то 30 ролик уходит, я считаю. Но, видишь, бывает и 2 вон выходит, и 92 вон уходит. То есть по-разному. Но в среднем, я считаю, 30-40 ролик нужно, чтобы тебе выбить какую-то легендарочку. О, фазик, отлично. Раз, два, три, четыре. 4 фазика у нас есть. А мне нужно, ребят, минимум их как раз 4. Слушай, это отлично, это значит, мы с тобой хорошо прямо зашли так, и видос-то прямо так отлично у нас уже с тобой складывается. У нас получается, за сколько мы с тобой выбили, у нас было 28, да, мы с тобой выбили за 1300. Слушай, огонь, в этот раз за 1300 выбили, значит, у нас есть шансы то, что мы выбьем все-таки даже 4. Так, окей, давай вот, получается, вот в этого уже мы карпентера с тобой кидаем. Посмотрим, сколько сейчас потребуется. 26300 у нас было ролик-желяк. Отчет. И получается, сейчас мы узнаем, сколько мы еще с тобой выбьем, чтобы нам потратить. Но это, ребят, не факт. Я бывало, что и там 20, допустим, тысяч. Точнее, я прямо в 12 тратил, допустим, тысяч ролик. И мне ничего не выпадало. Я покупал там 22, мне выпал спайси спустя 10. И потом еще 12 я тратил, мне ничего не выпадало. То есть это не надо прямо так надеяться, что тебе точно выпадет. То есть я сейчас могу 25 потратить, и мне, грубо говоря, выпадет еще один. О, тапок. Но, к сожалению, мне, ребята, тапок-то и не нужен. Мы его перероливаем. Да, мне нужен, ребят, карпентеры. А, подожди, а спустя сколько? Спустя еще получается меньше, чем 1000. Пиши в комментариях, спустя сколько выпал реально тапок. То есть, а 24 800 он мне выпал. Нормально. Слушай, фартит как-то прямо получается в этот раз. Но сейчас в эту соту, скорее всего, нам не выпадет. Нам наролить карпентера. И кинем давай вот в эту мы. Я просто так чувствую почему-то, не знаю. Ребят, я понимаю то, что я могу включить по фильтру именно только мифики. Но, как правило, показывает, что... Там может уйти и 25 тысяч, и ничего не выпасть, и больше, и меньше. Ну, то есть я не буду так рисковать. Вот именно так вот, как я ролю, чаще всего выпадает почему-то. Я не знаю почему. О, музыка одаренная, отлично. Оставляю, ребят, мне нужно будет одаренных, их в любом случае все. И за это значит, что мы с тобой кидаем... Так, а музыка у нас...
Ну окей, не будем считать. Или я не знаю, считать, не считать. Считать, если что, сами смотрите. Я уже просто начинаю сбиваться. Ага, демон, к сожалению, он мне, ребят, не нужен. А давай, знаешь, что это как сделаем? Мы сюда кинем gifted gold яйцо. И Букаби, ну нет, ну серьезно, вы не могли дать мне. Ай-яй-яй. Забираем, кстати, бейдж. И давай отключим вот этот и кинем еще вот сюда с тобой 8 штучек. Раз, два, три. Это все не нужно. То, что мне, ребят, падает, реально, но мне не нужно. А, так, Раскал нет, не нужен. Колби не нужен, к сожалению. И мне вторая не нужна, они не стак вот. Или он. А вот Леон-то. Леон, 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 Леон. Давай я тогда, наверное, пока что оставлю Леона. Посмотрим. Я посмотрю-ка, ребят, как он меня будет вообще себя вести на поле. Если что, я его уберу в дальнейшем. Мне два Леона на самом деле как бы не нужно. Но я и не совсем прямо как бы белый-белый. Но пока что так вот. Так, давай, наверное, кинем в тапка. Да, ребят, кидаю реально в тапка. И давай паролем. Все, переролил тапка. У меня теперь два тапка осталось, которых мне, в принципе, два и нужно. Вот, я надеюсь, что здесь тоже мне не тапочек выпадет. Хотя сюда нужно было, наверное, даже и не ролить бы. Мы сейчас давай, наверное, здесь оставим с тобой. Так, три музыки. Окей, значит, мы с тобой здесь, наверное, оставим сейчас карпентера. Мне карпентеры нужны. Но мы, помимо этого, там оставим карпентера, но будем кидать вот сюда, в карпентера, потому что там только что был мифик, и я не думаю, что прямо сейчас там выпадет еще один мифик за немного ролик, ребят. О-о-о, Даймонд Одарена. Она мне, к сожалению, ребят, не нужна. Не нужна мне реально Даймонд Одарена. Так что мы просто берем и перероливаем. Иногда жалко, конечно, не хочется переролить, потому что там, помнишь, как ты эту даймонд еще гифт эту вбивал, ты так радовался, и я потом такой, эй, да ну, она не нужна мне. Обожаю, когда сервак зависает, я надеюсь, там не было гифтитого, я ее не нажал переролить. Так, ну у нас получается, сюда дропнулась даймонд обычно, нормально пойдет. Продолжаем дальше, ребят. Блин, так яйцо хочется, старое яйцо хочется так реально заюзать, но, блин, я понимаю, что это будет. Это либо будет спайси одаренный, либо будет у нас, получается, тапок одаренный, но они мне не первоочередно нужны, прямо одаренные. О, тапок, ну нет, прикол, смотри, прикол. Кстати... А, возможно, может быть, оставить здесь. Раз, два, три, четыре. Ну, типа, да, такой, смотри, косяк прикольный, да, получился. Я имею в виду все четыре мифика, все разные и все в одной куче. Прикольно, тапок. То есть, получается, мы уже с тобой... А, кстати, еще 14 тысяч осталось. Да, реально, мы с тобой уже выбили 4, прикинь. Так, давай тогда мы с тобой что сделаем? Мы... Так, в Леона тогда, наверное... Не, давай все-таки я, да, в Карпентера, наверное, пока покидаю. Вон там наверху, ребят, в Карпентера. Нет, в Леона. Нет, да, да. Все, ребят, все, я решил. Я буду сейчас, да, вот кидать вот сюда в Леона. Без разницы, что бот, я надеюсь, выпадет Вектор, и это было бы хорошо. Вот, также мне надо бы спай себе одного переролить, но я пока что не буду этого делать, потому что пусть пока они будут. Пусть он мне дает по плюс 2 пчелки. Огонек и урон. Почему бы нет? Спайси, то есть мы, блин, круто, слушай, мне нравится, прям, вот мне прямо сегодня нравится, я серьезно тебе говорю, ребят, ну это, на самом деле, бывает, вообще так не работает, но спайсик, он мне не нужен, к сожалению. Окей, давай, которые сегодня мифики будут выпадать, я их пока что оставлю, я с ними побегаю, а давай тогда в Карпентера, тогда Карпентера мне получается, если будут выпадать одаренные, то я их буду оставлять, ребят, не смотрите, что я делаю, я полный бред на самом деле делаю. Так не нужно как бы делать в плане того, что то, что тратить весь мёд, когда у тебя нет распылителя последнего, это во-первых. Во-вторых, не нужно там оставлять 4 спайсика, либо тапков, когда у тебя, ну, не разноплана, а какая-то определенная пыльца. Но у меня еще нет пассивок, так что я пока еще такой, знаешь, в подвешенном чуть-чуть, я бы сказал, состоянии нахожусь. Мне можно пока поэкспериментировать еще. Это получается 5, по-моему, мификов. Если я не прав, то поправь. За, вот реально, за, получается, у нас за 28к мы уже выбили 5к, хотя мы еще 12-ку не потратили. То есть в 12-ку нам, в принципе, должен еще один мифик выпасть. Как практика показывает. А может быть, еще и 2 даже дропнется. Может и больше, конечно, дропнуться.
Так, у нас остается 8 тысяч, просто сейчас 139 прямо ушло. И пока что ребят не падают. Получается, мы 5 тысяч туда сейчас уже вкинули, у нас не падают. Я говорю, что может не дропнуться вообще даже ничего за 12 тысяч, но должен быть шанс. О, шуба одаренная, к сожалению, нам не нужна. Так, но если где и одаренка, значит должно... Кстати, одаренки почему-то не так... Раньше чаще почему-то падали, сейчас почему-то меньше падают. Я не знаю, с чем это связано, но это все рандом, я как понимаю. Но все же, у нас остается 6 тысяч, можно сказать, ровно, уже поменьше, конечно. И у нас должен быть еще один, но я надеюсь, что это выпадет вектор, потому что мне нужен прямо вообще вектор. Мне их нужно в районе 15, ребят, будет штук. 4 тысячи у нас остается, и пока что, к сожалению, не падает. Видишь, получается, мы с тобой проролили уже 8К от 12, если да, считать. И нам пока мифик не упал. Я не знаю, бывает такое чувство, что сота прямо такая. Не, я тебе не дам сегодня ничего. Нет, не-не-не-не, давай, до свидания. 3000 всего остается, но я надеялся, что мы два еще выбьем, но, к сожалению, мы даже можем и ни одного сейчас не выбить с тобой. Да, прикинь, мы, походу, с тобой сейчас, наверное, ни одного даже не выбьем еще. Но у меня есть план перехват, если что. 1500, ребят, остается. Буквально чуть-чуть. Пиши в комментариях, как ты думаешь, выбьем мы еще с тобой сейчас мифика или нет. И будет интересно просто посмотреть, сколько людей до сюда посмотрело, потому что это уже конец ролика. Остается уже 200. А, вообще до победного, ребят, просто ролям. 28К. И 13 остается. И падает самая бесполезная пчела, которая может быть. Но мы еще не с тобой не прощаемся. Получается, мы с тобой еще купили 460. Карпентер. Но если что, Карпентер оставим, в принципе. Леон нет. Бэйбик нет. Музыка нет. Ну, нужна музыка, но нет. А Карпентер, давай еще чуть-чуть паролим. Еще Карпентер, музыка. Прям такой, да оставляй ты уже. Все, оставляй. Смотри, такой говорит, три музыки в подряд. И Фрости. Фрости. Просто Фрости. Не-не-не-не-не. Привет, привет, ребят. Я тут чуть-чуть подфармился, буквально соточку. До того, чтобы купить еще 100 желеек, и мы с вами вернемся по ролям. Все, на... Так, за один фарм получается мы где-то 150. Ну, как фарм, ты понимаешь, что я просто ходил на поле и пофармился, да? 150 миллионов. Так, собираем, 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 собираем вкусняшки. Еще собираем вкусняшки. Ну, я надеюсь, что еще, конечно, может реально мифик выпасть. Он может из двух вообще, из одной выпасть рольки джельки. Но все же, ты понимаешь, да? Бэйбик нет, демон нет, Леон нет, Бэйбик нет, Карпентер. Окей, оставляем Карпентера. Получается, у нас ушло. Но мы, получается, на 28 тысячка выбили с тобой 5. 5, да, получается 5 вроде мификов, если что, реально напиши в комментариях. Из 12, ребят, мы с последних, которые тратили, даже 12,5, мы не выбили ни одного мифика. Бывает и такое, видите? Все, ребят, всем пока, с вами был Тим, оставайтесь веселыми, счастливыми и до новых встреч.